אנחנו בעצם הולכים למעשה השליחים פרק ב' Мы переходим к деяниям апостолов, вторая глава. פרק ב' בעצם זה המקום של משבר. Это место, вторая глава это место кризиса, что ли так? Перелома. Машбер для кейла. Перелома для церкви. Маасе шлихим бет. Во второй деяние апостолов. Квуца шель анашим, шель мея свим иш. Группа людей из 120 человек. Анашим ше пахаду. Люди, которые боялись. Сагру для тот ми пахат для датим. Закрыли двери от страха датишных, религиозных евреев. Пахаду это редифот. Боялись гонений. אבל בפרק 2 של מעשה השליחים אנחנו רואים איך הקבוצה של פחדנים, אנשים לא בטוחים. Мы видим во второй значит деяния апостолов, как группа людей, которые боятся. הם הופכים לקהילה של ישוע המשיח. Они превращаются в церковь Иисуса Христа. והם לא רק הופכים סתם לקהילה של ישוע. И они не просто превращаются в церковь Иисуса. הם הופכים לקהילה חזקה. Они превращаются в сильную церковь. Эм הופכים לאנשים אמיצים. Они превращаются в смелых людей. ואנחנו מכירים את פטרוס כבר. И мы уже видели, да, Петра, мы знаем из... פטרוס שלושה פעמים אמר שהוא לא מכיר את ישוע בכלל. Петр три раза отрекся от Иисуса, сказал, что он его не знает, три раза. ושלושה פעמים ישוע בעצם לא הכריח, אבל נתן לו הזדמנות להגיד שהוא כן אוהב אותו. И Иисус три раза дал Петру возможность доказать, или чтобы он сказал словами, что Петр любит Иисуса. Где это случилось, кто помнит? כשישוע נתן לפטרו שלושה פעמים, שלוש פעמים, סליחה, להוכיח שהוא אוהב אותו. Где это случилось, когда... По-моему, на Галилее, если не ошибаюсь. Рой Киила. Как всегда прав. מחזיקים את הטון, כן. בטונוס, הכל בסדר, כן, זה קרה בגליל. Это случилось в Галилее, да. ובעצם ישוע שאל, שלוש פעמים הוא שאל את פטרוס, האם אתה אוהב אותי? Там Иисус в Галилее спросил Петра три раза, любишь ли ты меня? בפסיכולוגיה, в психологии אנחנו קוראים לזה סגרנו את המעגל. Мы это называем закрыли цепь. Так, да? Круг. Круг. כן, סגרנו את המעגל כי שלושה פעמים הוא דחה את ישוע. То есть Петр три раза отрекся от Иисуса. שלוש פעמים, סליחה. שלוש פעמים הוא... אני פשוט מרגיש שהחלט אומר לי, שלוש פעמים. שלוש פעמים הוא אמר, אני אוהב אותך. И потом три раза он сказал, я люблю тебя. אנחנו הגענו למסקנה בעצם, מתי קרה... האירוע הזה, שרוח הקודש נפל על קהילה. Мы, ну, пришли к выводу, да, мы знаем, когда произошло это событие, когда Дух Святой сошел на апостола. ואני רוצה לשאול עוד פעם, מתי זה קרה, באיזה חג? На какой праздник это произошло, кто помнит? שבועות, אוקיי. רוח באמת נפלה על שבועות. Дух Святой сошел на Шавуот. ומי זוכר מה המשמעות של שבועות? И кто помнит, какой бы смысл праздника Шавуот? Там только смысл. А? Пятидесятница, Троица, там, если уж совсем радикально. Шлишия? Троица, да, это ж праздник Шавуот. Окей. Лама они... איך להגיד את זה? בצורה נכונה בעברית. אני לא מבלבל לכם מוח, אבל אני בעצם... כל הזמן מטריד אתכם, כאילו, torture. מענה, כן. למה אני מענה אתכם עם השאלות האלה? שו יא וסמוצ'יו איתם יבופרוסים. איך אתם חושבים? למה אני מענה אתכם עם השאלות האלה כל הזמן? פצ'מו יא וון זדאיו איתם יבופרוסים. כן, זה דבר אחד, אבל בגדול אני עושה את זה שאתם תדעו מה לענות ומה להסביר לישראלים. Это я вам говорю для того, чтобы вы знали, что отвечать, когда вы будете проповедовать израильтянам. Если вы скажете израильтянину, что... Если кто-то вам скажет, что Дух Святой сошел на Пятидесятницу, и вы должны будете ответить, это не... Не 100%.
Это не совсем Пятидесятница. Це бецем хага Шавуот. Это, в принципе, праздник еврейский Шавуот. В Элохим ма шу ифтих ле-иудим. И Бог то, что он пообещал евреям, у Натан бе хага Шавуот. Он дал в праздник Шавуот. В хевра ани йода ша ани улай хозер кол азман им ашелот аэлу. Я, может быть, уже вам надоел, я все время возвращаюсь к этим вопросам. Но я сильно хочу, чтобы взяли вы это серьезно. Мы говорили, что периоды Божьи, или как мы их называем, праздники, но это на самом деле периоды. Это очень важно израильтянам. И они должны понимать, что то, что Бог пообещал, Он излил это в день, ну не Пятидесятницы, а именно Шавуот. והם צריכים לדעת שבעצם בשבועות זה היה סוף, סוף של העונה של קציר. אני должен знать, что Шавуот это конец периода жатвы. כן, הם כמה מהם יודעים לכמה מהם צריך להזכיר את זה. Некоторые из них знают, некоторым нужно это напоминать. וכשאתם תדעו איך להראות את הקשר בין מסורת היהודית, תנכית, כאילו. И если вы сможете объяснить, какая связь между библейской традицией, именно танахальной или ветхозаветной, ומה שישוע הבטיח ושפך, שזה אותו דבר בעצם, שאלוהים הבטיח בתנך. И то есть связь между тем, что Бог пообещал в Танахе, и то, что Иисус сделал. אז ישראלים יקחו את זה יותר ברצינות. Израильтяне это примут как бы более серьезно. ואני מאמין בכל זאת. Я верю. שהקהילה שלנו. Наша церковь. Элоим משתמש בקהילה שלנו לבשר לישראלים. И я верю, что наша церковь Бог ее призывает проповедовать израильтянам. אל תשכחו שגם יש חג סוכות. Не забывайте, что еще есть праздник Суккот. והוא בעצם בסתיו. Он осенью, в принципе. В בעצם חג הסוכות זה סוף של העונה שמוסיפים את הפירות. אוספים, סליחה. סוכות זה קונץ סזונה כדה סבירות פרוקטי. אז לא להתבלבל כאילו. Не путать. בסוכות זה סוף של העונה של פירות, שאוספים את הפירות. סוכות זה קונץ סזונה כדה סבירות פרוקטי. ושבועות. חיטה, קציר, כן. И Шавуот это конец сезона жатвы. אז מה קורה בשבועות? Так что же произошло на Шавуот? נפלה הרוח, דיברו בלשונות, הכל בסדר, בואו נלך הביתה. Сошел Дух Святой, поговорили на языках, ну все нормально, идем домой. מה המשמעות של החג הזה באמת? Какой действительно смысл этого праздника был? איזה אירוע קרה בתנך? אפילו אני אגיד בתורה, שקצת דומה למה שקרה בשבועות בירושלים. Что произошло в Танахе, именно на Шавуот, да? לא בדיוק בשבועות, אבל קשור עם פעולת אלוהים, לשונות וכל מיני דברים. Что произошло в событиях, которые пишутся в Танахе, события, которые похожи на то, что произошло в Шавуот. עם לשונות, с языками, עם פעולת אלוהים, אלוהים ירד מהשמיים, с действием Божьим, Бог сошел с небес. כל הכבוד, אשתו של רועי קהילה, סוף סוף יודעת. То есть Таня сказала Вавилонская башня. חבר'ה, אנחנו צריכים לראות את החג השבועות וירידת רוח הקודש, זה לא רק סתם התחלת הקהילה. Мы должны видеть праздник Шавуот и схождение Духа Святого не просто как начало церкви. Хая ируа история бхаим шел энош, бне энош. Было историческое событие в жизни человечества. Бегладзе еш колках арбе бельбул ахшав баулам. Из-за этого сейчас есть очень много путаницы в мире. Колках арбе лашонот. Столько много языков. Ам эхад ло мевин эт ам ахер. Один народ не понимает другой. Анахну цехим кол азман митаргимим. Мы все время переводим. Нам нужны переводчики. Лама. Транслейтер. Кибе бавель. Транслейтер. Кибе бавель. Потому что в Вавилоне.
קרה משהו אחר קשור ללשונות. Потому что в Вавилоне что-то другое произошло, что связано с языками. אנחנו למדנו בעצם, וגם למדנו, מה בדיוק קרה בזמן בבל. Мы учили, что произошло в Вавилоне. אנחנו ראינו את ההבדל בין מה שכתוב ברוסית ומה שכתוב בעברית. Мы рассматривали разницу в переводе русском и то, что в оригинале на иврите. Бевит כתוב שאנשים בעצם אמרו בוא נבנה את המגדל ונבנה את העיר בשביל לא להתפזר באדם כאילו בארץ. Не, לא, ברוסית כתוב ש... אני אומר בעברית עכשיו. אוקיי, בעברית написано, что давайте мы построим башню с высотой до небес для того, чтобы не распространяться по всему лицу земли. מגדל ועיר. Да, город и башня. הם רצו לחיות ביחד. Они хотели все вместе жить. והם התחילו לבנות את המגדל. И они начали строить башню. ואלוהים כתוב, הוא ראה מה הם בעצם חשבו לעשות, והוא אמר, אני ארד ארצה. И Бог видел, что они хотели сделать, и он сказал, я спущусь на землю. אני ארד ארצה, ואני אראה מה הם רוצים לעשות. ואני אחליט מה אני עושה איתם. Я посмотрю, что они там делают, и я решу, что мне с ними потом после этого делать. אנחנו יודעים את התוצאות. Мы знаем, как результаты. ובשבילי אישית, אני מבין את זה ככה. И для меня лично я это так понимаю. הנס הכי גדול בכל ההיסטוריה של בני אנוש, הנס של שקשור לפסיכיקה או לנפש של בן אדם, самое большое чудо, которое связано с душой человека. אני לא אומר עכשיו על ריפוי, я не говорю об исцелении. אני אומר עכשיו שאלוהים עשה משהו בנפש של בן אדם. Бог сделал что-то в душе человека, שבן אדם יפסיק להבין לשונות של עמים אחרים. Бог что-то сделал в душе человека, что человек перестал понимать языки других наций. А мы там יכולים לדמיין את האירוע. Вы можете себе представить это происшествие? Потом, בן אדם שאתה הכרת אותו שנים, вдруг человек, которого ты знал много лет, מתחיל לדבר באיזשהו לשון שאתה בכלל לא מבין מה קורה לו. Он начинает говорить на языке, на котором ты его не понимаешь. Мне жена так часто говорит. Аллилуйя. Ну, пожалуйста, лошадь для Влада. Умеет там, кило, лойда. Катя. Влад умеет своих кисебе что-то. Беоныш. Ну, Беоныш, а нахну ловим его. Мы любим Влада. Веоев вот там. И он тоже нас любит. Потому что Ло умеет это. אוקיי, אז אתה הכרת בן אדם כמה שנים טובות. Ты знал человека много лет. ופתאום הוא מתחיל לדבר איתך בלשונות שאתה לא מבין. Он начинает говорить на языке, который ты не понимаешь. ואתה עדיין מסתכל עליו. Ты смотришь на него. ואתה מכיר את הפנים, אתה מכיר את הבן אדם. לפני יומיים ישבנו, שתינו, אכלנו, דיברנו והבנו אחד את השני. Два дня назад мы вместе кушали, разговаривали и все друг друга понимали. ופתאום, и вдруг, מדבר ואומר, מה, אתה השתגעת? מה קרה לך? Он начинает говорить, ничего не понятно. Ты что, с ума сошел? זה מה שקרה בבבל. Это то, что в Вавилоне произошло. ואנשים פשוט התפזרו. И люди рассеялись. והם התחילו לדבר כל מיני לשונות. И они начали говорить на разных языках. עברו כמה אלפים שנה. שנים. כמה אלפי שנה. אלפי שנה. אלפי. שנים. אלפי שנים. עברית קשה שפה. תעודת זהות, תחנה מרכזית. כמה אלפי שנים. Прошло несколько тысяч лет. והנה, ירושלים. И вот в Иерусалиме. מאות אנשים. Сотни людей. מאות יהודים, וכתוב לנו בעצם, אנחנו לא קראנו את זה. אלפים, я הייתי אומר, אלפים. אלפים, כן, אוקיי. תיסצ'י людей, יהודי. ואנחנו לא קראנו את זה עכשיו. Мы это не сейчас не читаем. אבל בעצם כתוב שם, היו אנשים מכל מיני מקומות, אפילו ערבים. Были люди с разных мест, даже арабы были.
ומכל מיני מקומות של אימפריה רומית, с разных мест Римской империи. הם באו, אתם יודעים, למדנו את זה עם מיכל. Вы помните, мы с Михаилом это учили. היו שלושה מועדים, כן? Были три периода. שגברים, כל הגברים לפחות, היו צריכים ללכת לירושלים ברגל. או לא ברגל, אבל לעבוד לירושלים. Три периода, когда мужчины должны были, евреи, приходить в Иерусалим для поклонения. וזה בעצם היה אחד מהחגים. И Шавуот это был один из праздников, когда нужно было прийти по закону в Иерусалим. אלפי יהודים חיכו לשבועות אחרי פסח. Это было время, когда тысячи евреев ждали, прошел Песах, и они ожидали Шавуота. בשביל תושבי ירושלים זה היה זמן מאוד טוב. Для жителей Иерусалима это было классное время. הרבה פפלינוס. Много денег. למה? Почему? כי כל האנשים שבאו לפסח. מלונות, אוכל. מלונות, אוכל, כל מיני שירות וזה. כל האנשים שבאו לפסח הם תמיד נשארו בירושלים עד... Все люди, которые приходили на Песах, они всегда оставались до Шавуота. עד Шавуот, כן. И жители Иерусалима на этом зарабатывали. Нехило. כן, אני חושב שמאוד נחילה. אוקיי, ו... פתאום יש חבורה של אנשים. יבדרוק יש גרופה לידי. כולנו שמעו שכן, צלבו את ישוע. Все слышали, что распяли Иисуса. הם בטח אמרו ברוך השם. Все эти люди сказали, ну, слава Богу. יותר מדי בלגן הוא עשה. Не надо нам на праздники здесь балаган. כן, יותר מדי בלגן, יותר מדי בעיות. Сильно много проблем. Ам митрагеш. Лима анахну сахим эдзе. Народ нервничает. Ине, ешла ну хаим рагилим. Баим ле Песах, Шавуот, аколь беседер, аколь меуле. Все должно идти своим чередом. От Песах и Шавуот, как бы, отпраздновываем, все будет классно. Питом и байт эхад. И вдруг из одного дома. Эм шумим раш. Они слышат шум. Килу нафла руах. Как будто бы... Руах хазака, как моба... Да, написано, что как будто звук сильного несущегося ветра. Вапитом йоцим анашим. Вдруг уходят люди. Ваем матхилим лидабер лашунот. И они говорят, начинают говорить на языках. אבל הם לא סתם מתחילים לדבר לשונות שאף אחד לא מבין אותם. И не просто они начинают говорить на языках, что никто их не понимает. האנשים שמסביב הם מתחילים ממש כאילו, הם, איך להגיד את זה? הם היו בהלם, כי כל אחד שמע את לשון שלו. Люди, которые слышали это все, они были в шоке, потому что каждый из них слышал язык из того места, откуда он пришел. Афилу аравим. Даже арабы, представляете? Занял мишмаротова, беседа. Афилу аравим логим тхили дабер. Да, даже к арабам Господь говорил тогда на шоу. Нам лучше ислама длуаян. Да, ислама тогда еще не было. А аравим были. Нахон. ואנשים התפלו והם התחילו לשאול אחד את השני איך זה יכול להיות כי כל האנשים האלו הם מגליל и все люди вокруг они задавали вопросы они были в шоке как эти люди из Галилеи איך אנשים מגליל יודעים את כל השפות שלנו שאנחנו באנו מכל החור באימפריה הרומית и как эти люди из Галилеи знали все эти языки из тех местностей, из каждой там захолустной деревни, откуда мы пришли вот сюда, в Иерусалим, из всего вот этого, из всей огромной Римской империи. Зот адхала шел дворим альтивим, альтивим ше элогим натан лекиела. Это начало сверхъестественных вещей, которые Бог дал церкви. Зот адхала эфу ше элогим ихлит лифол דרך אנשים שהם היו כל כך פשוטים, והם לא היו מלומדים, אבל אלוהים החליט לעשות משהו דרכיהם שהפתיע את כל ירושלים. Это начало того, что Бог решил через простых людей, которых он выбрал, вот так он выбрал простых людей, без всяких образований, без каких-то там товаров. Он решил сделать через них что-то чудесное. מה המשמעות של מילה בבל? Какой смысл слова Вавилон или Бавель? Лебальбуль. Лебальбуль, нахон. То есть запутывать, путать. Ма машмаут шель мила Иерушалаем. Какой смысл слова Иерушалаем? Иршалом. Разные версии есть.
אני אוהב שאתם מתחילים לחשוב, חבר'ה. אוקיי, אנחנו נדבר על זה. Мы об этом поговорим. היום בעולם שלנו. Сегодня в нашем мире. Вавель, מהו הסמל של מה? Что как бы символизирует Вавилон? Мерет. יופי. הוא מסמל את המרד. בונט. הוא מסמל את התחייה של אלוהים. התקז את בוגה, להתוורג'ניה בוגה. והוא מסמל גם שאלוהים מעניש את האנשים. И также он символизирует то, что Бог наказывает людей. Беглаль мерет. Из-за бунта. Шанашим мавсиким лявин эхад эт ашини. Когда люди перестают понимать один другого. מה המשמעות של מילה ירושלים? Какой смысл слова ירושלים? בואו ניקח שיעור קטן בעברית. Давайте возьмем маленький урок иврита. מי זוכר מה היה השם של עיר ירושלים בהתחלה? זה כתוב בספר בראשית. Какое название у Иерусалима было в начале? שלם. שלם, יופי. שלם. בזמנים של ישוע אנחנו רואים ירו... שלאים, כן? Во времена Иисуса мы видим Иерушалаим, такое название. מה ישוע מבטיח לתלמידים? Что Иисус обещает ученикам? Иерушалаим. בדיוק. הוא אומר, אני הולך לשמיים. אוקיי, Иисус вот что пообещал. Он сказал, я иду на небеса. אבל אני אתן לכם מה שאלוהים מבטיח לכם. Но я вам дам то, что Бог пообещал вам. מה השם של אלוהים? Какое имя Бога? Ашем Якови. Самое главное имя Бога. Адонай. Эх у итгала ле анашим. О гила эт отсмо. Как он открылся людям? Аба. Кен, у итгала кмо Йогова бе זמן תנך. То есть во времена תנך он открылся как Яхве. אבל בזמנים של ברית החדשה הוא גילה את עצמו כאבא. Но во времена Нового Завета он открылся как отец. מה כתוב במשלי שלמה? В притчах Соломона что написано? מי אוסף ירושה לילדים? Кто собирает наследство для детей? ילדים להורים, הורים לילדים. Дети собирают родителям наследство или наоборот? Родители собирают детям наследство. За мисамеях от ילדים, נכון? כמה ילדים за мисамеях, כמה יושנים, זה בסדר, לא נורא. שמח מאוד. Некоторые дети это радуют, некоторые спят. בסדר, לא נורא. רוח פועלת גם שאנשים יושנים. Леона с Кристиной обсуждают этот вопрос, я ушел. Бриллианты, да? Нет, там домик в Крыму. אז אנחנו יודעים שבעצם ההורים או אבא ואמא הם אוספים את הירושה לילדים. В общем, мы знаем, что родители, папа с мамой собирают детям наследство. מה אמר ישוע לתלמידיו כשהוא בעצם אמר שהוא יעלה? הוא אמר, אני לא אעזוב אתכם כי... Ну, эти псироты как? Ятумим. Да, ятумим. Иисус сказал, я ухожу на небо, я вас не оставлю сиротами. Ле ятумим эйн орим ве... У сирот нет родителей. Эйн яруша. И нет наследства. Омар, атем лотию ятумим. Вы не будете сиротами. Бог пообещал, он вам даст. Ве Иешуа бецем шафах эта яруша аль талмидав. И, в принципе, Иисус излил свое наследство или наследие на учеников. Базмана танах кол шевет хая микабел хелек шел адама. Во времена Танаха, Ветхого Завета, каждое колено израильское, оно получало в удел определенный кусок земли. Вызывает Айруша. И это было наследство. Леколь шевет. Каждому колену. בברית החדשה, в Новом Завете, אלוהים נתן ירושה, Бог дал наследство, ושפך את הכי יקר שיש לו, и он излил самое дорогое, что у него есть, ושפך את רוחו, он излил своего духа, ונתן לנו ירושה, и дал нам наследство, איפה? בשמיים, הללויה, אח, и он дал нам наследство на небесах, ירושלים, ירושה שלמה. ברבים, למה ברבים? דיברנו על זה. То есть ירושה... наследство. Наследство.
Я запутался. Что у нас Берабим? Иерушалаем. Шалаем. Окей. Иерушалаем. Шалаем. Шалем. Да, то есть Ируша это наследство полное. Валяма Берабим. Почему во множественном числе? Кама ешь Иерушалаем? Сколько есть Иерусалимов? Физические духовные. Йофи. Есть Иерушалаем в Иерушалаем Ацлейну, и есть Иерушалаем в Шамай. Шмимит. Шмимит. Да, есть Иерусалим земной, вот здесь там 60 километров или сколько от нас, и есть небесный Иерусалим. אז איזה ירושה אלוהים נתן לעם ישראל לפני ברית החדשה בירושלים? Какое наследство в Ветхом Завете дал Бог? Эрец Кнаан. Да, правильно, я не договорил. Вот пам они шоэль. איזה ירושה אלוהים נתן לעם ישראל? Какое наследство дал Бог народу израильскому? בעיר ירושלים. בזמן התנך. В Иерусалиме во времена Ветхого Завета. Ну, בית המקדש, נוכחות של אלוהים. אני רוצה לשמוע מה הוא נתן. Что Бог дал? בית המקדש בסדר, נוכחות בסדר. אבל יש דבר אחד שהוא אמר מדויק. אני נותן את זה לכם וזה יהיה כל הזמן שם בירושלים. Он сказал четко, что я это даю вам, и это будет все время там. В Иерусалиме. Нохахут лотов. Бейт Мигдаш лотов. Йофи, коли кого дымили. Омар, они нотенет Ашем шели. Бог сказал, что я даю вам свое имя. Бейт Мигдаш זה хелек של Иеруша. Храм это часть наследства. Нохахут, אנחנו אומרים כן, זה хелек של Иеруша. Присутствие Божье это часть наследства. Авал Машу Натан, у Натана шмо. Но то, что он дал, это он дал свое имя. Влама не кольках медуяк им зе. А почему я такой точный с этим? Ки за мамаш хашу владать, что у Натана шмо. Это очень важно знать, что он дал имя. Ки у Амаше Бешми. Потому что он сказал, потому что в моем имени. Бешми. Есть нохахут шели, что בעצם Элохим התחיל לגלות את עצמו עוד בתנך. Потому что Бог сказал, в моем имени есть мое присутствие. Лама уйрим от шем шель Иешуа миал коль шем. Почему он поднял имя Иисуса превыше всякого имени? Потому что Иисус сейчас что папа хотел. Ки, нахон, ки Иешуа аса, маше Элохим амар, в Элохим ирим ото. Там еще он был единственный, кто достоин печати снять. Бедюк. אז הוא היחיד שהשמו, בעצם שמו, אלוהים גילה את שמו, בוא נגיד ככה. בוג открылся в имени Иисуса. אלוהים גילה את עצמו בישוע. בוג открылся сам лично в Иисусе. אבל אחרי זה, ну после этого, כי ברית החדשה, הוא שפך את רוח הקודש. Как Новый Завет, как свидетельство Нового Завета, он излил Святого Духа. Ми дрих этам Исраэль бамидбар. Кто руководил или направлял народ Израиля в пустыне? А им анахну йодим, что зая Рух Акодыш? Мы знаем, что это был Дух Святой. Бетах, что анахну йодим. Авал у шафах ото безман шел брита хадаша. Но он излил его во времена Нового Завета. Ки шем шело. Как свое имя. Ки нохахут шело. Как свое присутствие. Бешвил ладрих эта киила. Чтобы повести общину. Направить общину. Лора киила мекумит. Киила... Не местную только церковь, а тело Христово, всеобщую церковь. Бедюк. Анахну не стакелу для кама мекумот. אבל מה שאני רוצה שאתם תבין, ну то что я хочу чтобы поняли. Иерушалаим. Иерушалаим. Ируша шлема. Полное наследство. Баарец. На земле. В Башамае. И на небе. И на небесах. Иерушалаим. Иерушалаим в множественном числе. Шани хошев аль зе. Когда я думаю об этом. Ани бемет роце левкот. Я хочу плакать. Ки арбе мейтану анахну митпалалим. Элохим, тен лану это Ируша. И потому что мы многие молимся, Бог, дай нам наследство. И не получаем ничего. Или родители наши не знали, как собирать наследство.
אבל יש אבא שבשמיים. Но есть отец, который на небесах. ששפך את הירושה עלינו. Который излил на нас свое наследство. כן, אנחנו חיים עכשיו לפי אמונה. Да, мы живем верой сейчас. כן, אנחנו לא רואים את הירושלים החדשה. Да, мы не видим сейчас нового Иерусалима. כן, אני לא יודע איזה בית או איזה מקום אלוהים הכין בשבילי או בשביל משפחה שלי שם בשמיים. Да, я не знаю, какой дом приготовил Бог для меня или для моего, для моей семьи. אני כן לא יודע איך תראה את הארץ החדשה. Я не знаю, как будет выглядеть новая земля. שאלוהים מבטיח גם כן. Которую Бог тоже обещает. אני לא יודע. Я не знаю. אבל אני יודע. Но я знаю. שאלוהים מבטיח את זה. Что Бог пообещал это. שזה קיים. И что это есть. Что это мне ли? И что это мне принадлежит? Беглали Иешуа. Благодаря Иисусу. Вы беглали, беглали муна, что есть би. Благодаря вере, которая у меня есть. Беглали Руаха Кодеша, Элохим натан ли. Благодаря Духу Святому, которого он мне дал. Ма за хаг Шавуот бишвил олам, бишвил олам азе? Что такое праздник Шавуот для этого мира? Клум. ничего. אף אחד, לאף אחד באירופה או בארצות הברית או באפריקה לא אכפת חג השבועות. Нет для кого в Африке или в Европе или в Америке ни для кого не интересен праздник Шавуот. בשביל מי היה כל כך חשוב שאלוהים שם את שמו בירושלים בזמן התנ"ך? Для кого было очень важно, что Бог положил свое имя во времена Ветхого Завета? בירושלים. В Иерусалиме. למי? ליהודים. נכון. Для Амасраэля. Ну, не для всех евреев. Ну, и не для всех евреев. А има Ируа зэ ая хашув? Это событие было важное. Камуван. Они хушев, что зэ ая Ируа хи хашув ба история шел бней нош. Я думаю, что это событие было самым важным в истории человечества. Шфихат Руа ха кодеш аль кигила. Излияние Духа Святого на церковь. זה בעצם היה האירוע השני הכי חשוב לכל בני אנוש. Это в принципе было это второе важное событие, которое случилось с человечеством. האם זה כל כך חשוב לעולם היום? Сегодня это важно этому миру? לא, הם אפילו לא יודעים מה זה. Они даже не знают об этом. אירופה למשל, הם כבר אמרו שאנחנו לא מקום, כאילו, לא מקום. אנחנו לא אזור איפה שהנצרות או האמונה בישוע זה דבר חשוב. Европейцы, например, уже сказали, то есть Европа это уже не место, где важна вера в Бога или вера в Иисуса. אנחנו, איך אומרים את זה? Secular. Мы светские. כן, אבל... אנחנו, כן, אנחנו מדינות חילוניות. Мы светские страны. אנחנו כן לא רוצים לפגוע באף אחד. Мы никого не хотим обидеть и ранить. אנחנו אוהבים את כולם. Мы любим всех. ואנחנו אוהבים לעזור לחלשים. И мы любим помогать слабым. וחלשים עכשיו כן נכנסו לאירופה. И слабые захватили Европу практически. וכן, ועכשיו עושים את הטרור שם, כאילו את... делают там террор. את ה... ну, פיגועים, כן. взрывы делают. Ну, там теракты. והכל סבבה באירופה. И в Европе все классно. אז מה קרה בחג השבועות? Так что же случилось на праздник Шавуот? Кибальну это Яруша. Получили наследство. Кибальну Яруша Шлема. Получили полное наследство. Кибальну Шлемут ба Машиах, дерех эмуна бедам шло. Получили целостность во Христе. Кибальну через его кровь. קיבלנו סליחת החטאים, получили прощение грехов, קיבלנו כוח של רוח הקודש, получили силу духа святого, למה? Для чего? להיות מי? быть кем? עדים, עדים, עדים לישוע, быть свидетелями Иисусу, וקיבלנו את הכוח להיות קהילה, и получили силу быть церковью, אבל מה עם לשונות? Ну что же с языками? אנחנו חוזרים, мы возвращаемся, כל פעם שאני חושב על זה. Каждый раз, когда я об этом думаю, אני כל הזמן חושב גם על סרט ישועה שיש לנו. Я каждый раз вспоминаю фильм Иисус, который у нас есть. בסרט ישועה יש לנו שמונה לשונות, לא לשונות, שמונה שפות
בעצם אינטרגום, כן. На фильме Иисус на самом диске DVD есть 8 переводов разных этого фильма. כל פעם שאני מסתכל על תלמידים במעשה שליחים ב', каждый раз, когда я смотрю на учеников во второй главе Деяния апостолов, מה הם התחילו לדבר עם הלשונות האלו? Что они начали говорить этими языками разными? כתוב, הם התחילו לדבר לגדולות של אלוהים. אני начали говорить о величии Бога. לבשר על אלוהים. Проповедовать о Боге, благовествовать. וכתוב, написано, רגע, שנייה, אני אפתח. תניה, את מחזיקה מעמד עדיין? אני? כן. לא, אני שואל, כאילו, הכל בסדר? Пастор спрашивает жену, или все у нее в порядке. Я взяла кадурим сегодня с утра. Нет, адреналин, нет. Окей. Не забыла выпить таблетки. Катув бе пасук арба. Это я не буду переводить. Масе шлихим бе пасук арба. Деяния апостолов 2, 4 стих. Читали? Кен, давай еще писать. 4 только? Кен, по натайм. Исполнились Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Моше, руах надна лаем. Ледабер. Моше, руах надна лаем. Хевре. Как Дух дал им. Ты же ру. Моше, руах надна лаем. Ледабер. Как Дух дал им говорить или провещать. Кулам итмалу беруах. Они все исполнились Духа. Ад кидейках. Настолько. Шело хайта шейла. Лидабер белашинот, о ло лидабер белашинот. Что у них не возникало вопроса, говорить на языках или нет. Эм пашут итхилу лидабер белашинот. Они просто начали говорить на языках. Маруах ихлита ласот даркем. Что Дух Святой решил делать через них? И надна лаем лашонот шел амим шаю шам мисавив. Дух Святой дал им языки этих народов, откуда пришли все эти люди, чтобы поклониться в Иерусалиме. Ле Элохим бецем, Богу, афилу махсом шел лашонот зело махсом. Для Бога языковой барьер это не барьер. У яхол ледабер афилу дерех ми. Бог может говорить даже через кого? Зарахамо. Даже через ослицу Бог может говорить. Окей. Вепоу иштамешет тальмидав. И Пол использует учеников. Боу нефтах решонали коринтим ют гимель. Давайте откроем 1 Коринфянам 13. Пасук эхад. 1 Коринфянам 13.1. Решонали коринтим ют гимель. Пасук. Я хочу, что за несгара. Дохожу, я прочитаю. Окей. 1 Коринфянам 13.1. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Они сипали лахам сипур, аль рой киела эхад. Я рассказывал вам историю про пастора одного. Ми киела баптисти. С баптистской церкви. Шу ая рой киела 37 шаним. Он был 37 лет пастором церкви. Вакша нахну итхальну лидабер аль твила беруаха кодыш велашонот. И когда мы начали говорить о крещении Духом Святым и о языках. Ваев этилу это маком азэ. Я ему показал это место. וכתוב פה, יש לשונות של מלאכים ויש לשונות של בני אדם. Есть, и тут написано, что есть языки ангельские и языки человеческие. У я бен адам кане? Хамбл. Канай. Хамбл. Анав, окей, анав, есть עוד מילה. У я бен адам анав. Он был смиренным человеком. תזכרו, הוא היה 37 שנה, הוא היה רואה קהילה. Он был 37 лет пастором церкви. הוא אמר, אני אף פעם לא ראיתי את המקום הזה. И он сказал, я ни разу не видел этого места из Писания. אני ניסיתי לא להראות את זה בפנים שלי.
Я попытался, чтобы лицо мое не исказилось от этого. 37 шана, а ты роя кейла, а ты ло роя псуким бетанах, за бая. Если ты 37 лет пастор церкви, и ты не видел каких-то стихов в Библии, есть проблема в этом. Ло биглаль шани эдгае бацми о машу, а зло зе. Это не потому, что я горжусь собой. А вала бая шел роя кейла, а зе бедюк. Но в частности вот этого пастора проблема была, что у кол הזמן 37 שנה הוא לימד מחוברות שהוא קיבל באוניברסיטה איפה שהוא למד. Проблема вот в частности этого пастора заключается в том, что он обучал свою церковь из конспектов, которые он получил в университете, в котором, ну, теологическом, в котором он сам учился. זה הסיבה למה אני מלמד מתנך בברית החדשה ולא מהחוברות שיש לי. Это и есть причина, почему я учу из Библии, а не из своих конспектов. כי זה כל כך חשוב לראות דברים מתנך בברית החדשה ולא מהחוברות. И что это очень важно видеть вещи какие-то из Библии, а не из конспектов. אז איזה סוג של לשונות תלמידים קיבלו בזמן של שבועות, בחג שבועות? Так вот такой вопрос. Какие языки получили ученики во время Шавуота? Окей, לשונות של בני אדם, נכון? כי הם получили человеческие языки. עכשיו אני רוצה שאתם תדמיינו. Сейчас я хочу, чтобы вы представили, что вы часть из этих 120 людей, которые были в Иерусалиме. ולמשל, אלכסיי מקבל שפה של ערבים. Леша, например, получает арабский язык. Тимур מקבל שפה של מרוקאים. שזה דומה. Тимур получает марокканский арабский язык. Светлана מקבלת לשון של אתיופים, תגאלוג. Какого? Тагалог, של אתיופים. Это называется амхари. Есть амхари, есть тагалог. Есть тигринья. Есть тигринья. Света получает какой-то там эфиопский язык. Тагалог. Попрошу, да? Лос там, тагалог. דרך אגב, אני עוד מעט יזמין רואה קהילה אתיופי לתת מילה, כאילו לתת מסר בדרשה, כן, בקהילה. נטשה מקבלת, כן, שפה של ניו זילנדים. Это Маори, Маори. Маори, כן. Это Наташа получает язык Маори. Сфат Маори, כן, סתם. Там они просто... כן, יש להם תטויים, קעקועים בכל הפנים, בקיצור. Азма нах носим им зе. Так что мы в церкви будем делать, если вот такое произойдет? Ну позвоним к этому, вызовем скорую помощь. Холлилуйя. Ло, рега, а тем кибальтем лошунот, ма тем осим им зе? Вы получили языки, что вы с этим будете делать? Говорите. Леми. Я поеду в Марокко. Лелоги. Ола кого Тимур? Тимур поедет в Марокко, да, молодец. Хевра, им атем кибальтим матанами Элохим. Если вы получили дар от Бога, аз Элохим миткавен ша атем тиштамшу безе, то Бог имеет в виду, чтобы вы этим пользовались. Дерех агав ле Света, ве Тимур, ве Алекси, им ло истраху ле со ле Марокко, ле лойде, ле Саудия. Между прочим, Свете, Тимуру и Алексею не придется ехать далеко в Марокко, в Саудовскую Аравию, там, или в Эфиопию. Если он бедром Батьям, я ж хавураш или Этиопию горит. У нас в Батьяме есть, там возле вот этого Ганной школы живет очень много эфиопов. В Яфу есть на Нуколках арбе аравим. В Яфу много есть очень арабов. В Батьям, в Ацмо, я ж марокканин. В Батьяме есть марокканин, ну бабушка. Марина ли Маша? Марина ли Алиса? Марина ли Алиса? Бразильцев. Рак Наташа, ты стоишь линцо ле Нью-Зеланд. Только Наташа несчастная придется в Новую Зеландию ехать. А валя тем я хулим ли Дамьен, что я лоба у него съесть тебя, ты что? Ничего я с ним не стану. А тем я хулим ли Дамьен, что за Куралахем? Вы можете представить, что это с вами происходит? Нет? Нет. Нет. Нет.
Хевра, за кен я холли крола хем. Было бы здорово получить. Люди, это да, это может произойти с вами. אבל איזה לשונות אנחנו קיבלנו שקיבלנו את התפילה ברוח הקודש, רוב מאיתנו. Какие языки мы получили, когда получили крещение Духом Святым, основная масса нас. של? מלאכים. של מלאכים. איך אנחנו יודעים את זה? Как мы это знаем? Не понимай по-русски, да? Не понимай. כי אנחנו לא מבינים על מה אנחנו מדברים, ופולוס בעצם, בראשונה לקורינטים 14, мы не понимаем, о чем мы говорим, и Павел в первом послании к Коринфянам, Юдалет, 14, и 14 стих. Ло-ло, пасук шалош, ми шалош от хамеш, бэйц. Сейчас мы откроем, 1 Коринфянам 14, 3 стих. А кто пророчествует, тот говорит людям назидание, увещевание и утешение. А, рега, да. Отбьют. Да. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. А кто пророчествует, тот назидает церковь. И желаю, чтобы все говорили языками, но лучше, чтобы пророчествовали. Йофи. А тем тишалю оти. А имени царих ли дабер боязышу лашонот? Вы меня спросите, мне нужно ли, чтобы я говорил на иных языках? אני אגיד כן. Я скажу да. למה? כי בפסוק 5 פולוס אומר. Я скажу да, потому что в 5 стихе Павел объясняет. Желаю, чтобы вы все говорили языками. רצוי שכולכם תדברו בלשונות. Желаю, чтобы все говорили, желательно, как бы, да, вот так и сесть. רצוי, כן, ככה כתוב. רצוי שכולכם תדברו בלשונות. На иврите написано, желательно, чтобы все говорили на языках. למה? Почему? כי בפסוק 3 פולוס מסביר. אם אני מדבר בלשונות, и потому что Павел в третьем стихе объясняет, потому что если я говорю на языках, в четвертом, кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. Убоне этот смо. Он строит себя. Маза умер, что нахну кибальну коах им твила беруаха кодыш. Что это значит, что мы получили с крещением Духа Святым, Духом Святым мы получили силу? Что нахну гделим беруханит. Нахну гудлим, а нахну гам кибальну это лашунот бешвильма. Для чего мы получили языки? Бешвиль левнот это цмейну. Для того, чтобы строить себя. Бешвиль левнот это цмейну. Ваэлоим миткавен альзе. И для того, чтобы строить себя, Бог это имеет в виду. שאנחנו נבנה את עצמנו בתפילה בלשונות. Что мы будем строить себя, созидать себя через молитву на языках. באיזה לשונות? На каких языках? לשונות של מלאכים. На ангельских языках. בשביל מה אלוהים נתן לשונות של בני אדם? Для чего Бог дал языки человеческие? בשביל פיסור. יופי, בשביל לתת עידוד על גדולות של אלוהים. Для того, чтобы дать свидетельство о величии Божьем, о славе Божьей другим народам. אנחנו צריכים להבין את ההבדל בין הלשונות. Мы должны понимать разницу в языках. וחוץ מזה פולוס אומר שיש עוד מתנה. И еще кроме этого Павел говорит, что есть еще дар. תרגום לשונות. Перевод языков, истолкование. О, тергум эйзи лашонот. Это пируш, наверное. О, пируш лашонот. Тергум пируш. Но это истолкование языков. איזה לשונות אנחנו צריכים לתרגם או לפרש? Какие языки мы должны истолковывать? Ангельские. של מלאכים, בדיוק. Ангельские. כשאלוהים נותן את הלשון או מסר בלשון, когда Бог дает язык или проповедь, слово на иврите, на мессер, послание на языке. На אז הוא ידע גם לתת לנו את המתנה של לפרש את המסר הזה. Так он позаботится о том, чтобы нам, чтобы у кого-то был дар, чтобы нам истолковать это послание. Хевре, в Решенале Коринтим Юддалет, Полус Масбир Меот Бару. В 14 стихе 1 послания Коринфяна. Перекрабайся. В главе, да? В 14 главе 1 послания Коринфяна Павел объясняет очень четко. אנחנו, יש לנו לשונות לשימוש עצמנו? יש לנו לשונות... והלשונות האלו בעצם הם לא בשביל לתת סתם מסר אם אין מתנה של פירוש. И этот язык не предназначен для того, чтобы проповедовать на нем, если нет дара истолкования. אבל הוא אומר, יותר טוב
אם יהיה לכם את מתנת נבואה. Но и он здесь говорит, что лучше, конечно, что есть, чтобы у вас была, дал, был дар пророчества. Мишвильма? Для чего? Мишвиль Левнот Киела. Вы умеете за меня от Барур. Чтобы строить церковь. Полоса я кольках меуниан, беливнот это Киела. Павел был очень заинтересован в том, чтобы церковь развивалась нормально. И он сказал, что я желаю лучше 5 слов сказать на языке понятном, чем 1000 слов на языке, которого вы не понимаете. Нужны ли нам языки? Очень. Потому что мы строим себя таким образом. אוקיי, אז בגלל זה בקהילה שלנו יש הבדל בין אסיפות תפילה איפה שאנחנו מתפללים ואנחנו מקבלים, אפילו לפעמים אנחנו מקבלים משמעות של לשונות. Вот поэтому есть разница в нашей церкви, когда мы собираемся на молитвенные собрания, и мы там молимся на языках, иногда даже получаем истолкование. והבדל בין אסיפה и разница между общим собранием. Где я прошу от людей в группе прославления пользоваться больше нашим земным языком. ובשביל זה יש תהילים. Для этого есть псалмы. ויש כל מיני דברים מתנ"ך שהם בונים אותנו. И есть всякие разные вещи из Библии, которые нас строят, поднимают. אנחנו חייבים ללמוד איך להלל את האדון. Мы обязаны учиться, как славить Господа. בשפה שלנו, בשפה יפה. На нашем языке, на земном. בשפה יפה מאוד. На красивом языке. כשאלוהים מושך אותנו. Когда Бог нас помазывает. Мошех отану бишвиль тфила. Помазывает нас для молитвы. Бишвиль халел. Для прославления. Бишвиль иштахвая. Для поклонения. Полус омер, им мишу шело мевин ма коре по, нихнас ле киила. Если кто-то, который не знает, что здесь происходит, зайдет в церковь. Вакулам митнабим. И все будут пророчествовать. Азу питом. נופל על הברכיים. ואון את הצ'ק, הוא פדיות לקלני. וכתוב שאלוהים מתגלה, או מתגלה, כן? יתגלה. מתגלה את סודות של ליבו, ככה אומר? יתגלה. יתגלה? לא, אני מגלה. בזמן, בהווה. מגלה. מגלה. סתם, מגלה, לא מתגלה, מגלה. אלוהים מגלה סודות... מגלה. אוקיי. Элохим мегале содот лев шел бен адам азе. И в этот человек, который зайдет и все пророчествует, и Бог откроет все его тайные вещи в сердце. А бен адам азе умер, Элохим этхем. И Бог, и человек этот скажет, Бог с вами. Зе бецем акивун, эх ани хошев, ше киила цеха льет бнуя. Это в принципе направление, как это, на мой взгляд, церковь должна быть построена. אם אלוהים ידריך אחרת, если Бог направит нас по-другому, אנחנו נלך אחרי אלוהים. Мы пойдем за Господом. Амен. 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 Туда, Рафи. Окей. אז מה שאני כן רוצה לסכם. Я что я хочу как бы подытожить. פעם כשהייתי מאמין צעיר, когда был я молодым верующим, קראתי את הספרים של אנשים גדולים באלוהים. Я читал великих проповедников книжки. ואני זוכר איך אני ישבתי ובכיתי. Я помню, как я сидел и плакал. והתפללתי ואמרתי, אלוהים. Я молился и плакал и говорил. אני יודע בטוח ש אנשים כמו בני חין. И я знаю точно, что люди как Бенни Хилл. О Кеннет Копленд. Или Кеннет Копленд. О Анашим Ахрим. Или другие люди. Ам Афпам Ло Ягию Ле Нежин. И они никогда в Нежин не приедут. Ваани Бахити В Карати Бесфарим Эх Элохим Пааль Даркеем. И я читал в книгах, как Бог сильно действовал через них. И я плакал. Ва Питом Ани Шамати Белев Шелин. И вдруг я услышал в своем сердце. Ани Итха. Я с тобой. Они идха. Я с тобой.
לא בניחין, не בניחין, לא קנת קופלן, не קנת קופלן, לא שמות אחרים, не другие имена, אני איתך, я с тобой. ואני בכיתי, ופתאום אני הרגשתי, כן, אבא איתי. И я плакал, я почувствовал, да, отец со мной. Элохим אמר לי, Бог сказал мне, אני ירושה שלך, я твое наследство. אני ירושה שלך, я твое наследство. אני זוכר את הזמן הזה, я помню то время. אני זוכר איך כל הדאגות פשוט התחילו לעוף מהלב שלי. Я помню, как все эти беспокойства и страхи начали убегать от моего сердца. אני זוכר את השלום הזה, אני זוכר את הנוכחות של אלוהים. Я помню присутствие Божье. אני זוכר את האור שאני ראיתי בחדר איפה שהתפללתי. Я помню свет в комнате, в которой я молился. אני זוכר איך אלוהים התחיל לרפות את נפשי. Я помню, как Бог начал исцелять мою душу. מילים קצרות. Короткие слова. אני איתך. Я с тобой. אני איתך. Я с тобой. Элохей ашамаем. Бог небес. Элохей арец. Бог земли. Элохей цаваот. Бог войск небесных. Элохим шебарает кол аулам. Бог, который создал весь мир. Кол ма шата царих. Все, что тебе нужно. Ешби. Есть во мне. ואני איתך. И я с тобой. ופתאום אני ראיתי את הפסוק הזה שאומר, и вдруг я увидел этот стих, который говорит, הוא שחי בנו, тот, кто живет в нас, הוא שחי בנו, тот, кто живет в нас, אלוהים בך, Бог в тебе, אלוהים איתך, Бог с тобой, אנחנו גרים בארץ, мы живем в земле в Израиле, איפה שכל אבן, где каждый камень, מעודד אותנו, свидетельствует нам. Кол эвен, каждый камень. Омерет лану. Говорит нам. Они гаити? Я видел, я был. Они по ахшав. Я здесь сейчас. Вани ие. Я буду. ואנחנו שרים את השיר הזה, כשאנחנו שרים את השיר הזה, и мы поем эту песню. הלב שלי הוא פשוט נמס. נמס? Когда мы поем эту песню, мое сердце просто плавится. כמו דבש. Как мед течет. А за что я? Тот, кто был, ове, есть, ваяво. И грядет. А им это мы видим, משמעות של המילים. Понимаешь ли ты смысл этих слов? А за что я? Это тот, кто был, ове, тот, кто есть, ваяво. И придет или грядет. Шум давар ло яцор ото. Ничего его не остановит. Афилу лашонот. Даже языки. Шонот. Разные. Элохим яхол акол. Бог может всё. אנחנו גרים בארץ, мы живём в земле. Эфо шаира бирашлану. Где столица наша? Омерет Иерусалим. Говорит Иерусалим, наследие полное. Иерусалим. Полное наследство. Аира бирашлану хайом омерет, что есть Иерусалим хашмимит, в Иерусалим. Сегодня наша столица, название её говорит, что есть небесный Иерусалим и земной. ויש לנו ירושה. И у нас есть наследство. ומה ישוע אמר? И что Иисус сказал? אל תדאגו. Не бойтесь. על אדמות. За земли. בתים. בתים. За дома. חברים. С друзей. אל תדאגו, חבר'ה. Не беспокойтесь. יש לכם ירושה בשמיים. У вас есть наследство на небесах. תשמרו על לבבות שלכם. Храните сердца ваши. תשמרו ותסתכלו איפה לבבות שלכם. Храните сердца, если вы взвесьте, где ваши сердца? Ма, алма та родев по барец. Зачем ты гонишься в этой земле? А ма хашув бешвилха. Что тебе важно? Ани агид леха. Я тебе скажу. Тивдок ма хашув бешвил Элохим. Проверь то, что важно для Бога. ותרדוף אחרי זה. ויידי זה אתם. תרדוף אחרי מה שחשוב לאלוהים. תגני זה אתם. תרדוף אחרי מה שחשוב בשבילך. בוא. Ты гони за тем, что важно для тебя в Боге. Ты рдов ахарай маше уихин бешвилха. Гони за тем, что Бог для тебя приготовил. Ты зрок отсида эт кола амбицию шелха. Выкинь все свои амбиции. Эт кола шлита, ша та кола зман минасе лешлот бахаим шелха. Выкинь всю, весь этот контроль, что ты пытаешься контролировать вещи в своей жизни. תבדוק מה יש לו בשבילך. Проверь, что у него есть для тебя. מה הירושה שהוא הכין בשבילך. Какое наследство он приготовил для тебя. ואיך אתה תקבל את זה? И как ты это получишь?
ואיך אתה תיכנס למלוא של ירושה שלך? וכך תוודיוש בפולנטו סוויבו כסוויבו נסלצלו. ואיך אתה תקיים מה שהוא הכין בשבילך? וכך תספולניש то, что он для тебя приготовил. אמן? אמן. אני מקווה שזה לא מילים ריקות בשבילכם. Я надеюсь, что это не пустые слова для вас. כי מה שקורה היום, потому что то, что сегодня происходит. Элохим махин отану бишвил машу. Бог нас готовит к чему-то. Ани умер сейчас в Невуи Хевра. Я сейчас пророчески говорю. Ани магишет цебех балев шили яшав. Я пророчески это чувствую в сердце. Элохим махин сейчас отану. Бог нас сейчас готовит. Це азман шел ахана. Это время подготовки. Ва хаим шелану нерим каэлу, ло коре клум баэцем. И наша жизнь так выглядит, ну они ничего не происходит. Они олех ле работа, они олех ми бахазара ми работа. Я иду на работу, я возвращаюсь с работы. Ло коре клум. Ничего не происходит. Вашишени олех ле киила. В пятницу я прихожу в церковь. Они махриях этот цми лифамим ле кро танах. Я заставляю себя читать Библию. Авал они маргиш эт зе невуи. Но я чувствую пророчески. Бог нас готовит. ויגיע זמן, и придёт время, שהחיים רגועים, и придёт время, что спокойная жизнь, הם יגמרו, она закончится. Элохим ישתמש בכם, Бог будет использовать вас, בשביל להשיג את מטרותיו, чтобы достигать свои цели. האם אתה מאמין בזה? ты веришь в это? אם אתה מאמין בזה, если ты веришь в это, תכין את עצמך, готовь себя. Аллилуйя, Дон. Они моделиха. Господь, благодарю тебя за слово твое. Они моделиха алруаха кодеш. Благодарю тебя за духа твоего. Они моделиха лашонот. Благодарю тебя за языки. Они моделиха алкоах шалруаха кодеш. Я тебя благодарю за силу духа святого. Они моделиха алматанот. Благодарю тебя за дары. Вепеула вашерут шалруаха кодеш. И за действие, и за служение духа святого. А коль маша тайханта беруаха кодеш. Все, что ты приготовил в духе святом. Да они митвалел руаха кодеш. И я прошу Дух Святой. Они кен митпалет тахин отану. Приготовь нас. שאנחנו נוכל להיות כלים יעילים בידיך. Чтобы мы могли быть действенными эти инструментами в твоих руках. בשם ישוע אני מתפלל. Во имя Иисуса Христа я молился. Амен. Амен. Амен.